Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy Xcover 5. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном телефоне включить режим управления одной рукой. Для этого надо зайти в настройки. В настройках мы пролистываем немного вниз до пункта «Дополнительные функции», если я не ошибаюсь. Здесь пролистываем еще вниз, и здесь режим работы одной рукой. Мы можем его включить, а также посмотреть, как его включать. Например, жест или два касания кнопки «Домой». Мы можем выбрать жест, то есть по свайпу, или дабл-тап по кнопке «Домой». Давайте мы протестируем оба варианта. Жест — это значит, мы включаем вот такой вот жест, после чего мы берем за кнопку «Домой» и тянем ее вниз, вот таким вот образом. И включаем режим управления одной рукой. Мы можем менять, в какой руке будет наш телефон. Также опять зайти в настройки и здесь еще настроить. Нажав на кнопку, мы изменяем включение этого режима на дабл-тап по данной кнопке. Чтобы менять руку, соответственно, нажимаем на стрелочку. Чтобы выйти из этого режима, просто нажимаем на любое место, кроме центра нашего экрана. Здесь мы можем... Давайте еще раз я это сделаю. Здесь мы можем растягивать, соответственно, наш экран, уменьшать его или увеличивать. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!